Не пугайтесь, это я, только не прекрасная, а красная. Загорели на все катушки называется. Ну, отдых на берегу океана, то, что и следовало ожидать. Только мы, кажется, переборщили, и сейчас у нас как будто семья крабов. Все ходим красные. Но это не важно. Приехали в другой дом, уезжаем из другого дома. Историю, если следили на англоязычном канале, наверное, знаете, видели. Мы там более подробно снимали. Хотя начала снимать уже после того, как начали быстро-быстро собираться. Потому что до этого времени не было что-нибудь заснять. Anyways, приехали. Как мы думаем, на 3 дня зарезервировали дом Airbnb на 3 дня, заплатили $1800 за 3 дня. История, давайте сюда сяду, там очень, здесь вообще воздуха нету, просто там у меня стирка крутится, шумно немножко, и не то, что здесь не шумно. Anyway, и вчера наш чек, то есть собираемся идти на пляж. Дети надели купальники, намазали санскрины, позавтракали спокойно, тихо, мирно. И вдруг муж говорит, мне кто-то voicemail оставил из их Airbnb management. И говорят, у вас сегодня чек-аут, надеемся, вы хорошо отдохнули. В общем, говорит, как у нас сегодня чек-аут? Я же на 3 дня зарезервировал. Позвонили, и они говорят, ну, он посмотрел даже ситуация. Он резервирует на 3 дня, скажем, примерно, я не знаю сегодня какое число, извините. Скажем, с 1 числа, да, чек-аут до 4, да, к примеру. И цена, когда он начал как бы делать резервацию, $450, как захотел заплатить, сказали за этот день, приехал, на эти дни, ну, невозможно зарезервировать, кто-то другой, наверное, и он поменял день на день позже. Думаю, он поменял на день позже и не поменял последний день, да, вместо 4-го должен был поставить 5-й. Это не сделал, в общем, получилось за 2 дня. И цена была повыше, но мы подумали, поскольку день поменяли, там близко к уикенду, поэтому и цена вот такая безумная. Потому что не стоило за 2 дня такую цену. И подождите, не стоило, не стоило. Anyways, дети, собирайтесь, опаздываем. Собственный персон. Я историю нашу рассказываю, Арам, терпи. Коротко расскажу, окей? И, в общем, детям говорим, дети, и он сердится, естественно, маму Airbnb и всех вспомнил. И говорит, ничего не говори, молчи. Говорю, молчи. И детям говорю, дети, ничего не говорите, молчите, папа должен как-то переварить эту непонятную ситуацию. А ведь дети уже подготовились, надели купальники, им предыдущий день был прямо, не знаю, так по сердцу, очень им понравился на пляже, в общем, играли. Если на англоязычном канале смотрели, видели, наверное, пару кадров засняли. И на следующий день им прямо не терпелось опять пойти на пляж, на волны. В общем, ракушки, макушки, очень хорошо время провели, очень довольны. В конечной серии все хорошо. И дети так стоят в купальниках, нам нужно собраться. В общем, позвонила им, говорю, какое-то недоразумение произошло, мы на 3 дня резервировали туда-сюда. Дайте нам немного времени собраться, потому что у нас там в холодильнике еда, я что-то должна была готовить. В общем, вещи по шкафам и тому подобное. Я говорю, дайте нам времени. Дали нам времени, естественно, но так быстро собрались, и прямо кровь в голову бьет. Как могло так случиться? И он, естественно, не теряет время. Пока мы там собираемся, он и мам вспоминает, и другой, ох, априори, вот
Видите? Thank you. И зарезервировал этот домик, в буквальном смысле этого слова, домик, за $1200 в день. Но в этот момент уже цена не имела никакого значения, потому что дети, не могли мы разочаровать этих бедных детей. Хотя они, думаю, ничего и не поняли, как через какие муки душевные и мысленные родители проходили, чтобы не разочаровать детей. И приехали, и в 12 часов мы выехали оттуда. А этот домик где-то 3-4 минуты от того домика, тоже близко к пляжу, и пляж здесь лучше. Anyways, и приехали, естественно, везде чек-ин, можно войти в комнату в 4 часа, а мы приехали в 12, пишу этому человеку, то есть написала, ничего не ответили, написала, мы зарезервировали, можно пораньше мы войдем, если нужно, пораньше выйдем, но если возможно, никто не отвечает, не смотрит, и там номер телефона, позвонила, говорю, здравствуйте, мы у вас дом зарезервировали, можно мы раньше... Чуть раньше, на 3-4 часа раньше можно заехать, зайти домой. Он говорит, о, извиняюсь, спасибо, что зарезервировали, но там сейчас уборщики работают, чистят, а мы тут стоим, тут никого нету. Говорю, о, а мы здесь уже у вашего дома стоим, потому что у нас такая ситуация была, мы зарезервировали, думали на 3 дня, оказалось на 2 дня. В общем, мы выехали из того дома, нам негде оставаться, можно хотя бы машину здесь оставим, поедем, пойдем на пляж. И вернемся уже к check-in time. Сказал, можно, и немножко растерялся, потому что он неправду говорил, тут никого не было. В общем, пошли в пляж. Очень хорошо время провели с детьми на пляже. Снимали. О, снимали на англоязычном канале. Если не смотрели, можете посмотреть. Ссылка в описании. Благодарны за поддержку того канала. И очень долго задержались на пляже, и результат налицо, в прямом смысле этого слова. Ну, в общем, вернулись к 3 часам, и тут стоим, и они чистят дом. Хозяева сами, в общем, милые люди, постарались, говорят, подождите еще немножко, мы быстро-быстро все сделаем. Я уже хотела сказать, хотите, мы поможем, почистим. Лишь бы, хотя здесь у них душ есть, он там прямо вот здесь. После пляжа здесь невозможно, просто невозможно не войти в душ. Вода соленая и очень много песка прямо собираете на свое тело. Говорят, да, купайтесь, делайте, что хотите, сейчас заканчиваем. В общем, очень милые, хорошие люди оказались. Муж и жена жили в Португалии, вернулись и дали их, это их дом, в общем, на аренду. Домик маленький, очень многое нужно было делать. Они не были готовы, чтобы к ним кто-то пришел на, в общем, на ночевку. Но люди постарались, и мы, в общем, счастливы, что могли найти и не разочаровать детей, вроде бы. В общем, такая ситуация. Все рассказала. А сегодня уже, естественно, едем домой. У нас еще и билеты на концерт. На концерт билеты в нашем кафе-шоп. Блюз певица выступает. Там купил билеты. Но мы не думали, что получится выехать с детьми. И взяли билеты. Потом билеты дали Арнаку. Говорим, Арнак, если мы не успеем на блюз-концерт, возьми Альму и иди на концерт. Но думаем, успеем, потому что уже нечего делать. Берешь мальчиков на пляж сейчас? Спят так мило и сладко, спят так. Активнейший отдых был у них. Не знаю, захотят ли на пляж. Нет, не захотят. Вчера спрашиваем, хотите утром еще на пляж? Не думаем, что хотим, конечно. Вчера очень долго, ну, задержались на пляже, голодные, бедные были. Но бургеры сделали, хорошо поужинали. Дочки вообще отключились, они даже на ужин не пришли. Люсинь там спала.
на втором этаже. У них маленькая комната вон там. Ну, очень уютная, очень удобная. Для всех комнаты есть. В общем, то, что и было важно, чтобы детям было хорошо. И нам тоже было хорошо вчера. Муж говорит, уже все уставшие. Ну, я, естественно, тоже уставшая, тоже человек. Говорит, не хочу терять время. Говорит, давай возьмем детей, поедем куда-то. Никто не хочет никуда ехать. Говорим, дети, а хотите, поедем, там еще один городок есть. Время проведем, мороженое, туда-сюда. Никто не хочет. Дочки вообще близко не пришли к идее. И мы решили взять там вино шипучее. Шипучее вино. Шампанское. Ну, шампанское это из шампейн. Это, в общем, шипучее вино. Взяли. Он сигару, я ничего, только вино. Присели, смотрели на проходящих, на проезжающих. И очень хорошо всю бутылку выпили. Время хорошо провели. Дети к нам присоединились. Они не пили, не курили. Просто в прятки играли, так смеялись. Значит, вчера, быстро расскажу. Вчера в том доме еще утром. Вижу, Арка поет. Пошел в туалет. Какая-то тишина, Бека нету. То делает, другое делает, телевизор смотрит, подключает, это делает. И, ну, Арка всегда поет или так, не знаю, он такой эмоциональный и очень активный ребенок. Но всегда присутствие Бека чувствуется с ним. Говорю, Арка, а где Бек? Говорит, а мы в прятки играли, я забыл. То есть за все это время бедный мальчик ждал, чтобы его нашли. В общем, вчера в прятки играли опять. Бек прячется, мы тут сидим, там, ну, в комнатах они играют. Бек вышел, думает, где спрятаться, говорю, иди сюда, и под... у меня кофточка такая. Говорю, давай под кофточку, и тут ну, маленький не видно, да. Целых полчаса Арка искал, искал, уже паникует. Говорит, мам, Бека не видели? Говорю, нет, не видели. Там ищет второй этаж, другой этаж, там, в общем, не... Говорит, Бека не... никак не могу найти. В общем, Бека говорит, садись на этот стулик и позови Арка. В общем, Арка немножко как бы потрудился из-за своего вчерашнего, ну, невнимания. И, наверное, всегда уже будет помнить, что если играют в прятки, нужно искать, а не петь песни. В общем, вечер хороший был, довольный, но, наверное, на этот пляж мы больше не придем. У нас стрессные воспоминания, и есть лучше пляжи. Этот очень такой, знаете, многолюдный, узкий и такой густой, густой. Сильно шумный. Говорят, есть лучшие пляжи. Но все равно время хорошо провели, то, что и ожидалось. Всякое бывает. Нам, наверное, какой-то урок был, что нужно внимательно смотреть, когда резервируем. Но все равно он не соглашается, говорит, меня как-то провели или что-то в этом роде. И действительно, да, я им позвонила, говорю, мы ведь не резервировали на фото, только... фотографии дома. То, что есть еще и апартмент, показывали, да? Мы этого не знали, и за это мы не платили. Хоть какой-нибудь рефанд нам дайте, будьте добры. Мы не будем пользоваться этой комнатой, потому что детям не понравилось, дочки не захотели. Сказали, мы вам $200 за уборку, то есть, что не придется, да? Cleaning fee называется. Только это вернем обратно. Но я думаю, это нечестно. И попрошу дочку связаться с ними, или если Airbnb нужно сказать, что мы не резервировали, фотографии там не видели, но все равно заплатили за какой-то дом, которым мы не пользовались. Если получится обратно взять то, что мы заплатили, это будет хорошо. Поедем еще на один отпуск за эти деньги. В общем, такие дела. Все рассказала. Ждем, когда наш экипаж проснется и уже чекаут. Поедем куда-нибудь позавтракаем. Сегодня завтрак не готовлю. И уже
уже поедем домой, успеем на концерт, успеем, не успеем. Значит, не успели. Арнак с грустью пойдет на концерт, потому что сказали: Арнак, мы заплатили за этот концерт, хотя бы пойди, посиди, скажи здравствуйте. Там еще и еда, кофе и вино включены в цену билетов. Он не пьет ни кофе, ни вино. Не знаю, еда, забудьте, что там будет что-то съедобное. Ну, пусть пойдет, если мы не успеем. Вот такая длинная история про наш такой приключенческий отдых. Вот. Очень шумно, там у меня стирка крутится, здесь машины проходят, а здесь кофе варится. Предложил кофе девочке, не могла отказаться. Этот дом, наверное, если следили за англоязычным, показывали. Ничего такого особенного, но какой-то уютный вайб есть. Такой современный дизайн. Вот такой домик. Дети сейчас спят в спальнях, а у нас в спальне уже чемодан стоит. В общем, ничего интересного. Про грусть оставила свой стаканчик в том доме. И как-то не хочется сказать, можно прийти и взять. И тут нашли еще один полуразбитый стаканчик. А мой был с треском, это старый, один из старых. Но никак не можем, то есть не могу избавиться, не хочу. То есть, посмотрите, вот с треском уже несколько лет он держится. Это тоже с треском. Вам кажется, от этого капает или мне кажется? В общем, быстро надо пить, Арам. Капает. Капает. Окей, там посидим. Говорит, а где же еще сидеть? Как будто так много мест. Говорю, Арам, лучше нашего лесного домика. Как же мы хорошо сделали. Всегда, как говорят, нужно что-то потерять, чтобы понять, что ты имел. Мы не потеряли и не потеряем, надеемся, никогда. Но каждый раз, когда выезжаем, особенно в Калифорнии, сильно чувствовали, как же хорошо, что мы там, а не здесь. То есть не в Калифорнии, а здесь. Эту тишину, это миротворение. В общем, это спокойство, все это стоит очень-очень дорого. И действительно дорого стоит в любом понимании. И буду загорать дальше, окей. У меня сейчас на лице мое масло Моринги. Вчера тоже намазалась маслом и пошла на пляж. А умные люди намазались санскрином. Хотя все тоже сгорели, те, что с санскрином. Так что ничего не потеряла. Арам, нам нужно более такое, не самое такое солнечное место. Подождите. Ничего сладкого у нас нету. Нам очень понравился Чарльстон, если честно. Сюда вернемся. Но чтобы погода была лучше, чтобы можно было погулять спокойно, а то очень жарко и душно, не то что жарко. Ну, интересно, я всегда думала, возле океана воздух более такой немножко хрустящий. А тут нечем дышать и очень перенаселенно, и шумно, и пыльно. Общий отдых очень хорошо провели, но, наверное, я очень внимательно стала к воздуху. Даже какой-то кашель появился странный, как будто от пыли у меня кашель. Anyways, это не важно. Важно, чтобы все
хорошо провели свой отдых, через неделю у них школа начинается. Здесь очень рано начинают школу. И поздно, ну, поздно заканчивают. В конце мая, везде, да, наверное, в конце мая. И в августе, в начале августа начинают. Кофе хороший, молодец. Пьем и пойдем, наверное, детей будить. Через час почти чек-аут. Интересно, не наш дом, не наш дворик, но пришла, села и думаю, что можно было бы сделать, чтобы все превратить в более такой привлекательный, более такой завораживающий, чтобы хотелось вернуться сюда. И многое можно сделать. Сколько здесь болот? Там тоже болото. Я по этим растениям поняла, по бамбукам. Очень много болот. Поэтому, наверное, так тяжело дышать. Не знаю, влажность или тяжесть в воздухе. Даже деревья не спасают. Но какое удобное дерево для качели. Я тоже хочу, чтобы у нас... У нас нету такого удобного дерева. Все есть, но так, все виды деревьев есть, но такой, чтобы был вот такой, чтобы можно было повесить, что-то нету. Очень много бегущих людей, и всегда думаешь, вместе с машинами, машины водят, люди бегут с машинами, дышат то, что машины из себя выделяют, этот дым, смог, особенно когда, думаю, ну, воркаут делаете или бежите, что-то делаете, у вас еще легкие более такие раскрытые, вы все это дышите. Можно у океана бежать лучше, да? Ты у океана будешь бежать. Он удивляется, почему люди бегут. Все бегут, 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 а он стоит. Окей. У нас уже хороший опыт, мы умеем быстро собираться. Арагацрик, ключи они нам оставили там внутри дома, потому что, ну, они дома были, когда мы приехали. Ключей нам не давали. Эрика Аурорбек, вчера он так крутился, говорит, дом крутится сильно. Эрика, има мекена анастелю, глюха или апататвелю. О, буги-борды разешь? Окей, буги-борды тоже взяли. Когда это было? Ну, перед приездом сосед написал мужу, говорит, я козочек купил, если хотите посмотреть, они на ферме, приходите. И мы, как нормальные городские люди, которые в жизни не видели козочек, собрались всей семьей с Альмой и пошли смотреть козочек соседа. И там поговорили, говорит, сказали мы, ну, на следующий день едем в Фолли Бич. Говорит, у меня буги-борд есть, как их называют эти, не знаю, как называют, ну, такие штуки дети на волнах, как будто плавают или что делают, качаются на волнах. Взяли их буги и принес, то есть буги-борд принес, с собой привезли, нужно обратно ему вернуть, да? Он в зеленом сегодня. А где мои туфли?
Какая красная, прекрасная. Хорошо сварилась. Приехали в городок под названием Mount Pleasant. Если прямо перевести, что-то непонятное получается. Mount – гора, Pleasant – приятную. Приехали в приятную гору. Ищем ресторан, где можно позавтракать и поехать домой, домой. Вот. Поискали ресторан и нашли, но по ревью у этого 4,5. Остальные были 3,5 и 4. Но Бек устал так, смотрите, Бек голову не держит. Клюхат царвеля тагас. Сегодня чуть не спал в машине. I'm so tired. I know. Очень устал сегодня, говорит. Их пошла будить. Вчера вечером сказали, пойдем, утром пойдете на пляж, опять погуляете. В общем, поплавайте, потом уже поедем. Но решили дать им поспать. И сегодня пошла их будить, говорит, ну мы не хотим в пляж. Кажется, мы первые посетители. Hello! Hi. We're the first ones? Oh no, we have quite. Not quite, okay. How many we got? Many. Five. Six. No, six. Six. Five. Yeah, six. Give me just a moment, we'll get you guys set up. Thank you. Меню непонятно, из какой кухни. Кухни. Из какой кухни. Все есть. Есть тако, есть разные салаты всякие. Сандвичи есть, все есть. Американская кухня, все есть. Дети младшие заказали курочку с вафлей. Лилит заказала сизер-салат с курочкой. Муж, естественно, бургер с картофелем. А я равиоли с курочкой, с соусом, шпинат, все, что попало. И еда очень хорошо выглядит, аппетитно. Угу. Вкусно пахнет. Угу. Равиоли с чем забыла? Она так хорошо описала, что я захотела попробовать равиоли. Это у них спешл сегодня. Совсем неплохой, но здесь умеют пересаливать пищу. Но на вкус очень даже неплохой. Курочка хорошая. Вкусно. Заказали лимонный торт. Лава, шоколадная лава. Thank you. Это какую-то бомбу заказали, где внутри мороженое. Сказала, лучше ножом. И морковный торт. О, что-то в этом роде. Шоколад с ваниль, мороженое. Че? Пах-пахака. Ванильный и шоколадный в шоколаде. Окей. Будем пробовать. Семейный совет решил, что мама будет все пробовать первой. Кому вам? Очень вкусно. Молодец. И нам тарелочки принесли, чтобы могли поделиться. Мороженое не буду пробовать. Здесь пах-пахак, чем порцелю, guys. А лава-кейк? Я сейчас все профессионально попробую. Лава-кейк иногда бывает очень даже неплохой в ресторанах. Да, не лавуется, но на вкус попробуем. Очень сладкий. Шаткахцера. И ждем морковный торт. Апсенертан бажаны кирар. Будем делиться. Thank you. Looks good. Морковный торт попробую для вас, только ради вас. Я это не съем.
Нормальный. Неплохой. Апсета. Вкусно. Всем вкусно и сладко. Ресторан наполнился, уже шумно стало. Наша команда на выход. Вкусно было. Или мы были очень голодные. Ну, вкусно было, но пересолено. Ужасно. Здесь всегда, в основном, во всех ресторанах очень много соли кладут в еду. Не знаю, или мода такая, или южная еда соленая. Вот теперь жарко. Спасибочки. Ох. Угу. Все такие уставшие, все спать хотят. Уставшие из отдыха. Бедные дети устали. Отдыхать устали. Активный был просто отдых очень. Все, вот теперь путь, наверное, за кофе остановимся. А? Кофе, конечно, смитерит. Может быть, если найдем. Здесь кофе не было. Спросила, есть у вас капучино, эспрессо? Говорит, нет. Нет, не туда попали. Ну, десерты на, с итальянским таким акцентом. Джелато, мелато. Говорю, о, капучино, эспрессо. Говорит, нет. Из чего захотели. Доехали, добрались. Дом, милый дом, как мы скучали по нем. Окей, выпускаемся. Я представляю, Альма как соскучилась с Арнаком. Хотя он старался, если за его каналом следите, он с ней день провел целый. Ее туда-сюда возил, а ей все равно было неинтересно. Она была грустна. Ой, Зирюнес пришла. Подождите, сейчас она меня съест от радости. Кто про что, я про свой огород. Сыну говорю, Арна, где он ухаживал, поливал? Говорит, да, мам, поливал, но такая сухость была. Пошла всех полила, хотя только что солнышко вышло, сильного солнца не было. Но все равно полила, все такие, у всех жажда была. Жгут, как назывался, зуд. В общем, им нужна была вода, и я, наверное. Потом пару арбузиков сорвала, отрезала, они перезрели. Такие маленькие, но уже перезревшие, сладкие и перезревшие арбузы. Решила несколько тоже сорвать. Томатов несколько штук собрала. Наверное, салат сделаю, а мальчики макароны хотят.
А макароны из итальянского сайта купила и до сих пор не открывала. Эй, Каш! Она говорит, мам, она ничего не ела, если я не стоял рядом с ней. Я ухожу, она от еды уходит. Я прихожу, она продолжает кушать. В общем, такая она у нас капризная. Не позволяла, чтобы кошки, котики ко мне подходили. Защищал от котов. То, что понятно. Они очень опасные. Окей, я тут макароны купила. Скидка была на макарон. Муж всегда смеется или удивляется. Говорю, скидка была. Говорит, сколько скидка была? Обычно 14,90. Когда скидка бывает, 11,90. Это большая скидка. Это большие деньги мы экономим. А нам в такие дни очень нужно экономить. Еще что-то было по скидке, не помню, что купила. О, абрикосовый джем был по скидке. Не спрашивайте, сколько стоило, не помню, но у них очень вкусное все. Это не спонсированное, сами покупали, сами платили. Нам никто ничего за это не должен. Хорошая компания, говорит, мы в рекламе не нуждались. Несколько лет назад им написала, говорю, хотите, я вас зарекламирую, мне ваша продукция очень нравится. Говорят, спасибо, что нравится, но нам реклама не нужна. Вот. Говорю, вам не нужна, другим нужна. Макароны эти сделаю, они эти любят. Ну, две пачки за 11,90 арам. Это как... Ну, очень хорошая цена. Это пенне. То, что пенне, правильно сказала. Ага. Пенне ригатте. Если бы неправильно сказала. Что еще? Ну, макароны уже макароны. Ничего интересного. Воду закипятила. Спагетти тоже взяла. Спагетти, спагетти. Спагетти много не бывает, говорили итальянские бабушки. Рыбу муж любит, эти скумбрия филе, если не ошибаюсь, макарел. Очень вкусные. Все голодные почему-то, но я не голодная. Но все равно сяду и все съем. Все, что есть. Говорят, говорите, не голодные, но все поедаете. Уже пришли, присели, раз уж присели, заплатили, нужно доедать. Если совсем невкусно, в жизни не доем. Но если можно доесть, доем. Поэтому, даже если невкусно, иногда можно и съесть. Вот. А это подарочный комплект тоже был. По скидке. Не помню конкретно что, но у них оливковое масло в основном. Очень мало продуктов. Там и выбрать нечего. Но мы уже как-то привыкли. Вкусно. И заказываю. Масло как раз заканчивалось. Тоже такое. Это тоже оливковое. Печенье. Дочка любит. Старшая. Младшая говорит, какой-то авторский вкус есть, не нравится. Это томатная паста, ну не паста, так мазать, чтобы на хлеб или кто куда хочет. Это красный песто, а это не красный песто, ну это не песто, это оливковый тапенад. Все, больше ничего, по-моему. Сейчас варю макароны, кормлю, кто хочет, кого хочет, ну кто хочет что-то съесть. Ты голоден? О, у нас там еда на концерте, дорогой. Может, сосиски, хот-дог или бургеры будут, не знаем. Сказали вино, кофе и еда. А что, это большой секрет. Но самое главное, смотрите, какие у нас столько грибов в этом году. Знаю, что некоторые съедобны, некоторые это в компостер. Говорила, наверное, что мне компостер на рекламу прислали. И очень хороший компост получился. Потом покажу. Это для компостера взяла, чтобы туда поставить, положить. То есть. Но хотела вам показать потом. Это туда. Руки мою. Не беспокойтесь.
варю макарон или варю макарон и двигаемся дальше. Thank you, we will. Говорит, идите, развлекайтесь. О, мои сакюланты приживаются, калифорнийцы. Так, не знаю, сколько времени будет этот концерт, ты знаешь? Никто ничего не знает. Однажды у них был какой-то концерт. Муж узнал поздно, билеты закончились, блюз был, тоже блюз был. Мы любим блюз, джаз, все любим. Хозяин этого кафе, это кафе, иногда концерты бывают, но увидел, что муж расстроился, что билетов не осталось, и сказал, если еще раз будет концерт, я обязательно вам передам, он там часто кофе пьет. Или если вас не увижу, вашему сыну передам. И сын сказал, что, в общем, там какой-то концерт, можно билеты взять. Он пошел в кафе, хозяин ему говорит, у меня 2 билета, могу вам отдать, если хотите. Я про вас помнил. И, в общем, эти 2 билета нам достались. Маленький такой зал. Не зал, кафе, маленький кафе. Не знаю, как они там сцену будут делать, какая. В общем, мы никогда там не были на концерт, сидели, даже вы там были с нами. Не знаю, помните или нет. Там на месте они жарят кофе, сами жарят, сами перемалывают, сами варят, сами угощают. Вот такие дела. Поедем, посмотрим. Совсем неизвестная певица. Я не знаю, он не знает. Для нас совсем неизвестная певица. И надеюсь, там не холодно будет, хотя я жакет взяла. Вот. Он так в таком нелепом месте остановился, запарковался. Говорю, а если машину кто-то увидит? Говорит, нет, я видела, здесь так паркуются. Здесь на чужих газонах травы тоже паркуются. Арамхастат так неправильно выглядит, как будто на улицу сейчас выйдет. Арамхастат. Окей. Раз уж шеф сказал, значит, смотрите, как все парковались. А, о, там тоже вот. Вот там, видите? Окей. Это мы. Арам ван, арам ван. 2 арама. What kind of milks do you have? I have whole, soy, and almond. Almond. Thank you. This looks... Ничего не хочу взять, но сейчас на чипсы посмотрела. Сальса есть, гуакамоле. Салаты не хочу. И тако можете себе организовать. Есть мясо куриное и говядина, и лепешки. Сыры, все есть. Значит, ты был прав, еда была. Я люблю чипсы и сальса. Надеюсь, он острый. И гуакамоле тоже люблю. Он уже чуточку почернел, но разберемся. Салаты не хочу. Я поняла, что я была очень голодной. И это как нельзя кстати. Даже думаю, так усем успею. Двери открылись в 6, концерт начинается в 7. Мы приехали в 6:50. Mm-hmm.
look for a place to hide. Концерт закончился. Не знаю, нас видите или слышите. Но это мы просто в темноте после концерта. Сядем в машину, потом чуточку расскажу. Так особо нечего рассказывать. Но я пару слов от себя скажу. Такая ночь прекрасная. Немножко похолодело. Открывайте, закрывайте. О, наконец-то вышли в свет. Значит, концерт очень такой уютный. Как будто домашний концерт был. Люди все друг друга знали, кроме нас. Как будто вся родня собралась. Этот кафе еще им исполнилось 20 лет. Где-то в это время. И у них так часто бывают концерты такие. Очень музыкальный кафе, как оказалось. Концерт тоже был очень такой хороший. Певица, мощный голос. Ну, очень красивый голос. Геннадий, начинайте. Но очень хотелось услышать, знаете, ну, знакомые такие сильные песни. Она исполняла свои песни. Ванда Джонсон ее зовут. Свои авторские песни. Мне не сильно понравились, если честно. Опять голос, исполнение, все на высоте. Но песни, сами песни такие, знаете, как будто уже знаешь. Вторая нота, что будет? Если не знаю, хотите, на Ютубе у нее есть песни, вы тоже послушайте. И если ваше мнение совпадет с моим, значит совпало. Если не совпадет, значит так и не совпадет. Ну да, песня не сильно понравилась. Но пела очень хорошо. А гитарист вообще чудесный. Так что, в общем, очень время хорошо провели, поели, попили, музыку послушали. В общем, было прекрасно. Молодец. Спасибо, что пригласил. Вот, ничего интересного уже нету. Едем домой отдыхать наконец-то. Из отдыха едем на отдых.